Ой, таксы нет. Хотите, обращайтесь, хотите, нет. У меня что есть, вы что нет. Жаль, конечно, что делать. По поводу игромании, как вы можете убрать? Один из методов — змея доставать, я сегодня рассказывал. Другой метод — из обрядовой магии. Вы давно со мной, 14 лет, еще не проходили мой двухдневный семинар «Обрядовая магия». То если бы... Это же все убирается. Самые простые обряды. Берете пепел от угля. Сделали шашлык, пепел получился. Берете пепел, смешиваете с рисом вареным. Или чечевицей, или рисом, лучше рисом. Так, чтобы шарик был черный. Делаете 10-20 шариков. Он спит, вы берете вот такой шарик и над ним водите, говорите, чтобы тебя отпустила твоя игромания, чтобы эта игромания, как ты задолбал этой игроманией, пусть тебя отпустит. Пусть освободит тебя. Один шарик покрутили, другой, так все 10 штук. После этого на улицу вышли и выбросили. То же самое с хлебом. Мой сын играет. Перенесли это в хлеб. Со свечой. Вот он играет. Сжигайте. Сколько методов-то? Ну вот вы наша последняя надежда. Где вы были 14 лет? Что не знаете, что есть тысячи эзотерических практик? Валентина Пилипи. После марафона было все хорошо, но через неделю все изменилось. Не могу определить, что не так. Хотела купить камешки, не получилось. Появились идеи, трудно реализовать. Вам необходимо расслабиться. Расслабиться и отдохнуть. Вы так много перегружаете себя.